Друзья мои, дорогие невротики, мы вот с вами занимаемся, чтобы вы избавились от вашего катастрофического мышления, от вашего неправильного восприятия реальности, ложных убеждений. И что самое главное, от ваших, я бы сказал, тех ожиданий, которые вам мешают переформатировать свой мозг. Вот внимание, о чем хочу я здесь подчеркнуть. Вы смотрите ролики, их много, ролики про ожидания, про когнитивную карту мира и про когнитивные искажения. А вот здесь для невротиков. Вот эти невротики, занимаясь избавлением от своих проблем, от своих симптомов, они все время прислушиваются. Избавился я или не избавился? Ушло это или у меня не ушло? А стало биться сердце иначе? А потею я уже меньше? А я уже думаю не так? Поймите, тут у меня одна девушка, мы с ней начали заниматься, и она говорит: Юрий Николаевич, я 2 дня не испытывала вот этих симптомов, у меня была такая эйфория, мы там с ее любимым что-то натворили, и я испугалась, внимание, испугалась. А где это? Вот смотрите, я вам хочу рассказать про это ожидание. Любое ожидание как бы материализует ваши действия. Особенно ожидание от того, что вы получите этот симптом. Вот давайте возьмем пример с автобусом. Вы стоите и ждете автобуса. Где этот автобус? Где этот автобус? Где этот автобус? И замучились все, ожидая своего автобуса. А я вам говорю, вы посмотрите вокруг. Мужчины, посмотрите, какие красивые женщины тут стоят. И они близко от вас. А вы, молодая, посмотрите, как тот придурок переходит дорогу на красный свет. Посмотрите, давайте с вами поспорим, собьет его машина или нет. Когда мужчины будут смотреть на прелести этих женщин, когда женщина будет отвлекаться на что-то другое, более интересное, бах, и приехал автобус. Вроде бы не ждали. Время ожидания, когда вы так вот мучились, и время приезда автобуса одинаково. Вот я и говорю, не смотрите на турку, когда закипит кофе, он закипит. И он, если вы не будете ждать, обязательно зальет плиту. Вот здесь важно не ждать. Не ждать, когда вы избавитесь от этой проблемы. Вы ждите, как вы будете жить радостно, как вам будет хорошо, как вы изменитесь. Вот эти ожидания, они будут вызывать у вас дофамины. Мужички, и вы будете радостны, и самое главное, быстрее избавитесь от этих своих симптомов. Значит, ожидание ожиданию рознь. Ждите что-то хорошее. И вообще, посмотрите ролики про ожидания, когнитивную карту мира, когнитивные искажения, они вам важны. Мы о них много говорим на моем канале. Обращайтесь по скайпу. Я вам помогу разобраться в этом.